Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я для вас снимаю мукбанг такой интересный. Здесь, значит, у нас лапша, два яйца и просто куча сыра. Здесь у нас роллы, это Филадельфия, имбирь, васаби и все дела. И чашечка кофе. Давайте приступим. Начать хочу с того момента, что спасибо вам огромное. За последнее время очень много людей подписываются на мой канал. Такого не было никогда. Нас уже 189 тысяч. Помогите мне добить 200 тысяч. Если вы все равно меня смотрите, пишите хорошие комментарии, все равно меня поддерживаете, пожалуйста, подпишитесь. Я буду безумно вам благодарна за это. Вот здесь вот лапша, она прям горячая. И она с сыром. Сыра здесь так много. О, вообще обалдеть. Смогу я это все съесть или нет, даже не знаю, но попытаемся, так скажем. Я даже, кстати, вилочку не принесла. Смогу ли я вот палочками, непонятно. Какая вкуснятина. Нет, я должна это попробовать хотя бы чуть-чуть. Вау, просто горячая. Ужас. Куча вопросов у меня в Инстаграме касательно того, что почему меня не было на дне рождения сына Джоли. Я бы хотела ответить на этот вопрос. Многие там начинают обвинять Джоли, что типа она меня не позвала. Так вот, девчонки и мальчишки, кто меня смотрит. Жали доброй души человек. Она просто пупсик. Она, конечно, меня позвала. Просто у меня, к сожалению, в этот день прям никак не получалось. Я, естественно, написала, позвонила, поздравила. Дай бог, когда увидимся. Поздравлю обязательно. Так что у нас замечательные отношения, все хорошо. Я очень рада, что я с ней познакомилась. Она очень крутая. И как человек, и как подруга. Очень мне по душе. Так что никаких проблем. Абсолютно. У нас в отношениях нету, слава богу. Вот опять же, спасибо, что волнуетесь, спрашиваете. Изначально я собиралась идти. Но потом так получилось. Что у меня вышли срочные дела. Я не пошла. Мне, ребят, неудобно есть палками. Поэтому я быстренько сгоняю за вилкой. Заодно взяла и ложечку. Потому что здесь такой обалденный бульон. Это просто нечто. Ой, как вкусно. Вот, так что все хорошо и слава богу. Желаю всем гармонии прежде всего. Лапша с сыром. Просто пушка. Я, ребят, вообще хочу немножко поменять кое-что в своем канале. Даже создала влоговый канал. Но почему-то все меня отговаривают, что зачем тебе отделять влоги от мукбанков. Канал мукбанков разбавляют эти влоги. Зачем для этого отдельный канал? Ты не настолько часто снимаешь влоги. Вы в Инстаграме наверняка видели, я создала канал. Но я не знаю, что я буду там снимать. С одной стороны, я хочу создать какой-то бьюти-канал, но я понимаю, что я не умею классно краситься, как я буду показывать это людям. То есть есть куча блогеров-профессионалов, кто будет на меня смотреть. С
С готовкой канал у нас есть, например, iCook. И я ни разу не пожалела о создании этого канала. Я очень рада, что он у нас есть, хотя там очень небольшие просмотры, есть видео и по 2000, и по 3000, но все равно, я вот ни капли не жалею об этом. Поэтому я не знаю, вот какой канал создавать, о чем будет этот канал. Алло. Хорошо, давай быстрее, я мукбанг снимаю. Ты в кадре. Он у тебя должен был быть разделанный, а я для калорий камера здесь, она в большом виде. Как ты поглощаешь этот лобстер? Сейчас позвонил брат и говорит, мне не нравится, как ты поел лобстера. Это было не очень аппетитно. Каждый раз, когда я снимаю видео, все родственники мне звонят и что-то говорят, какие-то замечания. Тут не так, там что-то не то, вот что-то мне не хватило. Но к замечаниям брата я отношусь очень даже положительно, так сказать, потому что он в этом деле разбирается. Он очень давно смотрит мукбангеров. И дает прям дельные советы. Интересные идеи всегда подает, поэтому я его всегда слушаю, и у него вечно критика. Он посмотрел что-то, ему не понравилось, он начинает критиковать. Например, он предлагает рассказать видео некоторые моменты касательно моей семьи. Мама говорит, нет, зачем такое рассказывать, зачем позориться, грязное белье и все такое. Брат говорит, это надо. Надо быть искренним перед зрителем. Рассказывать все, как есть оно. Какие-то моменты, может быть, я не говорю из-за того, что все-таки есть влияние общества на меня. Я что-то говорила, совсем потеряла мысль. О чем я говорила? Дома так холодно, вы меня извините, я просто столько всего одела. У меня сверху еще один свитер, а снизу еще один. Я просто как это... как капуста. Но главное, что мне тепло. Обалденная суша. Просто обалденно. В общем, хочешь, не хочешь, когда есть влияние родственников, не знаю, да даже не родственников, даже мама, папа. Папа у меня такой человек, он вообще не вмешивается. Единственное, когда папе не нравится, когда я говорю, что я неплохо отношусь, например, к людям с нетрадиционной ориентацией. Просто я считаю, что мы в 21 веке живем. Вот, каждый человек имеет право жить так, как он считает правильным. И это моя позиция, папе совершенно не нравится. А так, в общем и целом, папа никогда не ставил грани между нами, что вот я отец, ты мой сын или дочка, ты не должна со мной так разговаривать, есть какие-то правила, не знаю, у нас кавказская семья, ты не должна общаться с парнем. Такого абсолютно не было. Никогда. Мой отец, прежде всего, мой друг. И это круто. У меня особо, если честно, так прям сильно хейта в комментариях нету. Вот, но иногда бывает, пишут, ой, у тебя есть парень, как тебе не стыдно, тебе не стыдно перед своим папой и братом. У меня папа счастлив в том случае, если счастлива я. Когда папа приедет, я обязательно его познакомлю со своим парнем. Вот, и я уверена, что он ему понравится. А так, в общем и целом,
Папа всегда был за наш выбор. Он меня все называет Золушка. Так что я Золушка. Прям с детства всегда брату ставил в пример меня. Брат всегда перекручивал всю ситуацию так, что типа виновата я. Я даже не могла оправдаться, потому что, вы знаете, мне кажется, мой брат стал бы очень хорошим адвокатом. Вот что-то вот в этой сфере. Потому что он умел ситуацию так перевернуть, что во всем виновата была я. В любой ситуации просто так накидывал пуха на меня. Я изначально жила с бабушкой в деревне, а брат мой жил с родителями в городе. И получилось так, что я его долгое время не видела и даже не знала. Когда мы познакомились, мы уже поняли, что мы очень разные люди. Но мне с бабушкой жилось неплохо. То есть я не могу сказать, что я была чем-то обделена. Просто бабушка хотела жить в деревне, а, к сожалению, одна она жить боялась. Поэтому и даже у нас с бабушкой есть такие приколы, типа мы с ней муж и жена. Столько всего прошли вместе, бабушка говорит. Мы уже как муж и жена. Один раз я рассказывала ситуацию про копилку. Не буду вдаваться в подробности, моя копилка и копилка брата. И ситуация конкретно была. Мама, когда увидела это видео, первое, что сказала мама, какой ужас, удали это видео немедленно, быстро. Еще одно видео, вроде как я удаляла из-за парня. Да, он мне сказал, что что ты гнесешь тут про меня? Обсираешь меня. Пришлось удалить. Вот поэтому, как бы, когда близкие как-то разграничивают твое пространство, ты не можешь выложиться на все 100. Есть такие моменты. Одну такую помидорку мой кот украл. Сейчас футбол играет там в соседней комнате. Я считаю, что слишком строгим быть тоже нельзя. Это неправильно. Но с другой стороны, я смотрю на моего парня, он рассказывает, что всегда папа их очень сильно ругал, бил, там, не знаю, воспитывал прям в такой строгости. Например, они закончили 7 класс, и отец давал, например, учебник 8 класса по истории. И все лето они должны были по частям учить историю 8 класса. Вот. Я смотрю на своего парня, он не пьет, не курит, поступил на бесплатный, получал стипендию, хорошо учился. Возможно, эта строгость как раз-таки и повлияла на все это. Я всегда говорю своему парню, когда у нас с тобой будут дети, они обязательно пойдут на воспитательные работы к твоему отцу. Пусть воспитают из них такого же, как ты. Ой, не люблю, когда сильно прям
в соевом соусе прям искупался ролл. Сочетание просто обалденно. Вкусно. Здесь немножечко лапшички осталось. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока.